Надо понимать, что прощение — это процесс, а не единоразовое событие. Это нужно понять. Не просто сказал «я простил» и все. Нет. Человек может сказать, но не простить. Он говорит о прощении, а все равно в нем остается горечь. Прощение — это процесс. Прощение от всего сердца — это единственный способ освободить сердце от горечи. Клайв Льюис говорил, «Мы все считаем, что нужно прощать, и мы в этом уверены, пока не приходится кого-то реально простить. Я видел, как это трудно бывает. Но когда простишь, вот тогда освобождается тот, кто был узником. И тогда понимаешь, что узником-то был ты сам. Тогда отказываешься от своего права ненавидеть другого человека. Отказываешься, отпускаешь. Да, это процесс, я понимаю. Но только таким образом можно по-настоящему вернуться в прошлое и исцелить рану от событий, которые уже нельзя повернуть вспять. Как же это сделать? Мы, конечно, поговорим об этом. Мы поговорим о том, как простить, как пройти этот процесс. Но сначала скажу вот что. Если не простить от всего сердца, то будет саморазрушение. Некоторые идут именно по этому пути. Мой дядя, о котором я уже говорил, еще буду говорить, он выбрал путь саморазрушения. Если не отпустить, то будет саморазрушение. Единственный способ, единственное средство убрать эту боль, прощение. Единственное средство, единственный способ избавиться от горечи, прощение. Я знаю об этом на собственном опыте. Когда я действовал по воле Божьей, когда я решал эту проблему по воле Божьей, складывалось ощущение, что кто-то буквально открыл кран, и Божья благодать хлынула в мое сердце. И сердце мое освободилось для того, чтобы исполнять Божьи заповеди. Потому что до этого сердце буквально было заблокировано, буквально закрыто. Но простить можно только в том случае, если действительно держаться за Божью любовь и Божье владычество. Простить можно лишь в том случае, когда понимаешь, что никто и ничто не способны разрушить Божий замысел, Божью цель для вашей жизни. Единственный, кто может это разрушить, это вы сами. Вы сами можете подорвать Божий план и Божью цель. Вы сами можете закрыть путь к тому, чтобы ощутить все то, что приготовил для вас Бог. Так как же все-таки простить? Первое. Признайте, что есть в вашем сердце горечь. Признайте, что в вашем сердце есть горечь. Помните, мы об этом же говорили, когда говорили о чувстве вины. Признайте, что есть чувство вины. Не нужно обвинять других, не надо оправдываться, не надо как-то объясняться, просто возьмите на себя ответственность. И я думаю, что человек должен прийти к такому моменту, и это касается горечи, как и любого другого греха, когда он должен просто в этом признаться. «Во мне есть горечь», — говорит человек, честно, искренне, как есть. Если вы понимаете, что пришла эта горечь, признайтесь в ней. Горечь была в сердце Давида. Прочитайте некоторые его псалмы. Вот, например, 31-й псалом, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Это ключевой псалом, 31-й. Прочитайте и перечитайте его. Еще раз процитирую Дэвида Аллена. Он говорит о том, что подавленный гнев и подавленная горечь оказываются как бы пылесосом, который всасывает в себя все остальные эмоции, все остальные чувства на бессознательном уровне. И получается яд, который остается в вашей жизни. Итак, начните с того, чтобы признать свой грех. Иногда важно, чтобы кто-то вам об этом сказал. У меня был один друг, который как-то мне сказал, «Смотри, в твоем сердце горечь». Я не мог в это поверить.
Он мне об этом сказал. Да, говорит он, у тебя в сердце есть горечь. Я говорю, да нет у меня горечи. Он говорит, есть. Вот смотри. И чем больше я об этом задумывался, тем больше я понимал, что он прав. Да, во мне действительно был горький корень, и мне нужно было принести все это Богу на коленях и сказать, да, во мне есть горечь. И вот когда я признался в этом грехе, был сделан первый шаг. Итак, первый шаг. Признайте, что у вас есть этот грех. Не пытайтесь оправдаться. Не пытайтесь его преуменьшить. Просто признайте. Второе. Возьмите на себя ответственность за то, в чем вы неправы. Что я имею в виду? Может быть, другой человек неправ на 99%. Он неправ. Но нужно задаться вопросом, а какова моя роль? Может быть, и я был в чем-то неправ? Неверные отношения, неверные действия. Я должен взять на себя ответственность за то, что я, может быть, кого-то обидел. Да, может быть, я неправ на 5%. Но эти 5% становится для меня как 100%. Смотрите, это моя ответственность. Я на 100% ответственен за мои 5%. То есть это моя проблема, это моя ответственность. Я должен эту ответственность взять на себя. Послание к Ефесянам, 4 глава, 31 и 32 стихи. Выучите их наизусть. Они вам пригодятся. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Просто избавьтесь от всей этой горечи. Еще Павел говорил, не огорчайте Святого Духа Божия, потому что именно Святой Дух Божий даст вам возможность избавиться от этой самой горечи. А теперь мы с вами подходим еще к одной важной мысли о том, это, собственно, третье у нас, о том, как нам перенести свое внимание от обидчика на Бога. Помните, что прощенные должны прощать, должны отпускать. Нас простили, и мы должны прощать. Если в центре моего внимания будет Бог, то обидчику там места уже не останется. Значит, задача в том, чтобы в центр внимания поставить Бога и понять, насколько велико Божие прощение. Если вам тяжело кого-то простить, я говорю людям так, смотрите, тут все очень просто. Вы говорите, я этого человека не могу простить, я его никогда не прощу. В этом случае сделайте вот что. Просто дома на листочке бумаги, может быть, на большом листочке бумаги, напишите все то, за что Бог простил вас. И один человек говорит, листочек бумаги? Тут не листочек, тут целая пачка бумаги понадобится, или целая тетрадь большая. Сосредоточьте внимание на Боге и на то, сколько Он вам простил. Вот по сравнению с этим, все, что сделали по отношению к вам, все эти обиды, которые нанесли вам, окажутся ничтожными. Понимаете, мы прощаем человека не потому, что он этого заслуживает. Мы прощаем, потому что мы сами прощены. И передаем это прощение другим людям. Интересно, когда читаем Священное Писание, становится неудобно, становится не по себе. Потому что начинаешь понимать, что когда молишься молитвой Господней, которую все, конечно же, знают наизусть, и все мы молимся молитвой Господней. Так вот, что мы там говорим? «Прости нам долги наши» или «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Я говорю, подождите. Все мы молимся молитвой Господней. И мы говорим, «Прости нам долги наши,
как и мы, или как и я прощаю должникам моим, как и мы прощаем должникам нашим. Действительно ли мы хотим, чтобы Бог прощал нам так, как мы прощаем другим? А если мы не прощаем? Понимаете, человек не может, христианин не может заслужить Божье прощение, но он может потерять Божье прощение, если не готов прощать других людей. Я не знаю, как это получается. Я знаю, что так оно и бывает. Так сказал Христос. Если будете прощать согрешающим против вас, то простит вам и Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям, то и Небесный Отец не простит вам грехи ваши. Не я это придумал. Бог так говорит. Непрощение имеет вечные последствия. Поэтому я постоянно людям напоминаю, постоянно людей призываю перечитывать притчу в Евангелии от Матфея, 18 глава. Поразительная совершенно притча, с 21 по 35 стихи. Человек задолжал другому человеку и умолял его о прощении, и получил прощение. А потом выяснилось, что у него тоже есть должник, только долг там был гораздо меньше. Он говорит, нет, вот я тебя не прощу, я тебя посажу в тюрьму, пока все не оплатишь. И вот в этой притче Иисус снова говорит о том, что если вы не будете прощать человеку, если вы не будете прощать людям, то и Бог не простит. Как вы ожидаете от Бога прощения, если не готовы прощать людям? Непрощающее сердце не получает прощения от Бога. Если вы не готовы прощать, то вы и прощения сами не получите. Клайв Льюис говорит так: быть христианином значит простить тех, кто не заслужил прощения, потому что Бог простил вас, когда вы не заслуживали прощения. Задумывайтесь не о том, как обидели вас, а о том, что Бог совершил для вас. Он простил все ваши грехи. Просто перепишите, запишите таким списком, за что Бог простил вас. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Четвертая мысль, четвертый пункт в нашем разговоре о том, как прощать людей. Четвертый пункт. Откажитесь от желания мстить. Послание к Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. «Ибо написано, мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Так же поступал и Христос. 1 Петра 2:23. «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». То есть откажитесь от этого желания мстить. Да, я понимаю, это естественная реакция на боль, на оскорбление, на обиду. Отомстить. Но Божьей благодатью откажитесь от этой реакции. Потому что право написать последнюю главу все равно остается у Бога. Именно Бог разберется с людьми, которые нас обидели, которые нам доставили боль, которые с нами поступили несправедливо. Пятая мысль, пятый такой совет, который мне помогает. Попросите Бога через вас благословить обидчика. Вот это тяжело. Все эти шаги, конечно, бывает тяжело сделать. Но все это чрезвычайно важно для того, чтобы освободиться от оков горечи. Да, очень помогает, когда мы просим Бога благословить через нас наших обидчиков.
Для этого, кстати говоря, нужно не принимать все это близко к сердцу, не принимать эту обиду близко к сердцу. Нужно понять, что, наверное, в сердце этого человека тоже есть обида. Смотрите, дело в том, что обижают других те, кто сам был обижен. Я пытался часто осуществить этот принцип, не всегда это получалось, но иногда получалось. Если человек меня обидел, я просто подходил к нему и так аккуратно спрашивал, «Ну, как у тебя дела? Как жизнь?» И начинал понимать, что в жизни этого человека много всего происходит. Он сам обижен, и это передается к вам. Вы ни в чем не виноваты. Но этот человек уже кем-то был обижен, и он дальше передает вам, потому что вы просто, ну, под руку подвернулись. Он вас обидел, но он сам уже обижен. Именно поэтому важно не принимать все это близко к сердцу. Именно поэтому важно попросить Бога через вас проявить благодать и милость к этим людям. Это получается, и это здорово. Но еще раз скажу, конечно, это далеко не естественная реакция. Это можно сделать только в силе Духа Святого. И тут мы подходим к следующему, к шестому пункту. И смысл его заключается в том, чтобы поступать по Духу. Послание Галатам, 5 глава, 25 стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Угошайте Святого Духа. Вместо этого спросите у Святого Духа, как можно благословить этого человека, как ему помочь, что для него сделать. И пусть Бог использует вас так, как Он этого хочет. Будьте верны Ему. Вот это такие основные шаги, которые помогут вам пройти через обиду. Я уже говорил о том, что это процесс, это длительный процесс, а не просто одно событие. Но надо снова и снова отдавать себе отчет в том, что у нас есть эта горечь, говорить о том, что Бог нас уже простил, брать на себя ответственность за свои проступки, смотреть не на обидчика, а на Бога, отказаться от мести, просить, чтобы Бог благословил обидчика через вас, поступать по Духу Святому. Да, это, конечно, непростые шаги. Нельзя их проделать быстро. Это процесс. Но начинать-то нужно все равно, с первого. И пройти весь этот процесс. Процесс прощения. Чтобы не было у вас вот этого яда. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.